Кража денег из ящика для пожертвований. В отдел внутренних дел по Кизлярскому району с заявлением обратился владелец продуктового магазина. По его словам, накануне ночью неизвестный проник в торговое помещение в селе Цветковка и украл из ящика для пожертвований деньги в сумме 10 тысяч рублей. Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель. Предварительно отключив электропитание, он с помощью подручных средств отпер дверь, вскрыл ящик для пожертвований и скрылся. Однако не учел тот факт, что камеры видеонаблюдения подключены к дополнительному источнику питания. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как открыл дверь? А? Отверка, а отверка где? Куда? Канал. Откуда что взял? Откуда? Ящика, да? А где еще что-нибудь искал? А что делал ты, когда сюда заходил? Насчет видеокамер там просто. От света включал. Откуда? Подойди, покажи. А здесь что-нибудь трогал? Нет.